Владимир Путин сегодня встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Как сообщает пресс-служба Кремля, планируется рассмотреть положение дел на мировых рынках нефти, а также обсудить совместные проекты в энергетике, сельском хозяйстве и промышленности. Связи России и Венесуэлы насчитывают более полутора столетий. Особые отношения между двумя странами сложились несколько лет назад, когда Венесуэлу возглавлял Уго Чавес. Был подписан ряд стратегических соглашений, создан совместный банк, отменены визы. Подробности далее в нашем обзоре. Дипотношения между Россией и Венесуэлой официально установлены еще в 1857 году, когда Российская империя признала молодую Южноамериканскую республику. В новейшей истории двусторонние отношения получили развитие после прихода к власти Уго Чавеса, который за время своего правления трижды посетил Россию. В ноябре 2008 года российский президент Дмитрий Медведев впервые приехал в Венесуэлу с официальным визитом. Тогда же Москва и Каракас провели совместные военно-морские учения с участием атомного ракетного крейсера «Петр Великий». Между министерствами обороны России и Венесуэлы подписано соглашение о военном сотрудничестве. Россия и Венесуэла активно взаимодействуют в нефтегазовом секторе. В 2005 году «Газпром» выиграл тендер на проведение разведки и добычу газа на шельфе в Венесуэльском заливе. В 2010 году было подписано соглашение о создании совместного предприятия «Петромиранда» для добычи тяжелой нефти на месторождении «Хунин-6» в бассейне реки Оренока. Основные экспортные товары из России – машины и механические устройства, минеральные удобрения, сталь, аккумуляторы. Из Венесуэлы Россия импортирует оксид алюминия. С 2009 года страны отменили туристические визы. В феврале 2011 года завершено создание российско-венесуэльского банка.